капот с изображения раздражать, наверное, будет. Капот убираешь, блин, небо появляется. Конец лета. Конец лета 2021 года. Видео «Дорог России» представляет вам очередное видео. Салон.
Но время обеда, интенсивное снижение упало немного. Да не немного, а все на обеде. Вчера поужинал хлебом с колбасой и кофе. Перебрасывал видео при помощи ноутбука. У меня развалюха, на ладан дышит. Такой крышка отвалилась. Кто-нибудь увидел бы, смеялся полчаса. Так там скорость в два раза выше, чем на ноутбуке. На ноутбуке, по-моему, было 11 мегабит в секунду. А на ноутбуке лаял 34. Три раза почти быстрее. М7
границе с Челябинской областью М7 и М5 сливаются. И далее дорога идет М5. Проверка связи. Меня кто-нибудь слышит? Нифига. Или радиостанции отключены. Проверка связи. Живые есть в канале? Живых в канале нет. Ладно, будет идти колонна дальнобойщика. Когда идет колонна, тогда связь у них налажена между собой. Одиночные обычно отключают радиостанции. Так, ну уже пора искать прачечную. Костюм светлый уже. Требуют стирки. Что это было, я не стоимость бензина
высокая, и качество дорог отвратительное. Руководителя и его команду можно смело сажать за решетку. Вот. 48-49 рублей 95-й. Москва, Ярославль, Кострома. В Костроме вообще 95 до 90, до 47 рублей. Я имею в виду брендовые заправки. Уровень сигнала мегафона поднялся до 70%. Уровень связи. Он колеблется. 75-50. Или 2-0. Говоря, Росавтодор молодцы. Росавтодор молодцы. Довели до уровня качества дорог. Я очень рад. Расход бензина снизился до вчерашнего уровня 5,4 литра на 100 километров.
ребята, проверка связи. Меня слышно в канале, нет? Да, отлично. Благодарю, дружище. Ну вот, колонна дальнобойщиков, они на связи, они ответили, что связи есть. Просто слабый радиообмен, мало мало дальнобойщиков. У меня дорога, я бы махнул аварийкой.
пока ямочный ремонт был, видать. Солнце спало в спину. R243. Качество дороги. Замечательно, ребята. Росавтодор рулит. Колейности. Это говорит о качестве полотна. Я думаю, многие дальнобойщики это могут оценить. Если будешь обгонять, обгоняй, я придержу, если что. Принято, коллеги, да, нормально идем. Нормально.
раз за мной идет фура. Один километр.
кота. Вот хер выходит. Только не слышно, слышно. Километров левый поворот. Так, гостиница. Не помню, была она раньше, нет. Не было, появилось уже хорошо. Thank you.
спуск, затем затяжной подъем. Сделали, ну красота просто, просто прелесть. Пока прелесть. Росавтодор просто молодец. Я всегда вспоминаю и рассказываю историю вот об этом участке до Кирова. Давно, правда, это было. Несколько лет назад ехал. Высказался в отношении качества дорог, стоимости бензина. То есть, если качество дорог отвратительное, а бензин дорогой, значит, руководство региона ворует. Если качество бензина низкое, а дороги хорошие, как в Кемерово, например. Одно время там была самая низкая стоимость бензина. Значит, все в порядке и так далее. И утром, ближе к обеду, наверное, едут, дорога, блин, яма колдобина, и не успеваешь объезжать. Ну, возьми и скажи видеорегистратор вот об этом, что руководителя региона области нужно сажать в тюрьму, потому что бензин дорогой, вот качество дороги отвратительное. Это было примерно в обед сказано. И вдруг вечером часов 6 или около этого передает по новостям, что в ресторане был задержан
получении взятки, там губернатор или кто был, Никита Белых, Кировская область. Я в голос засмеялся. Настолько точно был прогноз. Как будто слова на кого-то нашли, и вот такое случилось. Сегодня 21 год, до сих пор в Перми сидит. Как говорил Папанов, а ты не воруй. Не знаю, насколько изменилось качество дороги до Кирова, до него еще пилить и пилить, сюда там 300 что ли. Километра. Посмотрим. Как изменилась ситуация. С левой стороны когда-то тоже останавливался на короткий отдых, но невозможно было спать в машине на ночь. Слепни замучили. Такие громадные, кусаются больно. Что интересно, с одного раза не убьешь. Живучие невероятно. Кого спрашиваешь? Повтори, пожалуйста, кого спрашиваешь?
из Макарова, наверное, передаю, да, километров сколько там, около 10, правильно, наверное. Просторы какие, насколько глаз хватает до горизонта, леса.